Рябина. Ягоды рябины. Рябина. Довольно высокое дерево из семейства розовых, способное достигать 15 метров в высоту. Некоторые виды относятся к роду листопадных кустарников. Рябина растет практически везде, у нас она распространена в основном в средней полосе. Всего насчитывается порядка сотни различных видов. Наиболее привычные и знакомые нам – это рябина красная и рябина черная. Черноплодная. Растение часто разводится как декоративное садовое дерево, благодаря красивому внешнему виду, пышной листве и ярким гроздьям ягод. Состав рябины. Ягоды рябины на 80% состоят из воды, в своем составе имеют множество полезных веществ, белки, углеводы, пектин, дубильные вещества, пищевые волокна, сахара и органические кислоты, а также целый комплекс витаминов и минеральных веществ. Провитамин А, витамины группы В, никотиновая кислота, витамин С, каротин, фосфор, железо и магний делают рябину прекрасным помощником при авитаминозе и анемии. А фитонциды, содержащиеся в плодах рябины, способны справиться со множеством бактерий и микробов, сальмонеллой, плесневым грибком, золотистым стафилококком. Полезные свойства. В народной медицине красную рябину используют для лечения заболеваний почек, печени, сосудов. Ягоды снабжают организм витаминами и помогают бороться с кислородным голоданием. В старину рябины спасали угоревших от печи, а также использовали в качестве противоядия при отравлениях. А вот черноплодная рябина – незаменимый помощник в борьбе с сахарным диабетом. Свежие ягоды, а также отвары и настои, существенно снижают уровень сахара в крови и регулируют поступление инсулина. Рябину часто используют в косметологии, экстракты входят в состав множества кремов, масок и лосьонов. Маски из свежих ягод обладают омолаживающим действием. Использование в кулинарии. Из рябины готовят варенье, джемы, конфитюр, компоты и морсы, из-за вяжущего горьковатого привкуса редко используют в чистом виде, чаще вместе с другими, более сладкими ягодами. Рябину часто используют для приготовления мармелада, желе, пастилы и зефира. Сорбиновая кислота, содержащаяся в ягодах, помогает продуктам дольше сохраняться, поэтому сок применяют при консервации фруктов и ягод. Рябина – хороший медонос, ее мед терпкий и горьковатый. Ну и, конечно, из рябины делают множество разнообразных спиртных напитков. Вино, сидр, наливки, спиртовые и коньячные настойки, ликеры –